Мальчик такой большой, плавать не умеет, он коварный, а он старше тебя раз в два, наверное. Ну это не ты. Куда ты хочешь, назад? Возьми рыбушки на спину и подвижу. Нет, они же дикие, на них нельзя. Потому что дикие все равно звери, они неизвестно, как они себя поведут. Иногда они могут вдруг лапами ударять. Иногда бабушка лапами. Нет, серьезно, это... Тихо, так, Ванечка, не шуми, пока нельзя. Смотри, калибри вот сейчас вот здесь прилетела, вот сюда. Да. Вот она. Да, ты... я видела. Это ты, бабочка. А это я, а это дедушка. Да. С хвостом. Тихо. Вы шумите, ребята. Сейчас все спят еще. Нельзя шуметь пока. А это папа. Это папа бил, а это мама. Пошли умываться и скорее пойдем на озеро, а то времени мало. Да.